Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся... Сложно объяснить, где. Ну, короче говоря, это наше племя теперь. Я вождь, а ты слуга. Ты будешь ходить за мной. В последней серии мы выполнили задание, в результате которого вождь этого племени подумал, что мы хотим захватить его трон. Мы не хотели, честно говоря. Ну, раз уж он так прям нападал на нас, то получил свое... Теперь это племя наше. Ну что ж, я хочу двинуться по основному квесту сегодня и добраться до храма Мирака. Он находится довольно недалеко. Мне нужно подождать 12 часов, потому что на улице день, а мне, как вампиру, днем не очень хорошо. По самочувствию все. Еще я хочу двинуться в сторону здоровенного того гриба, но... Есть подозрение, что туда нам придется двигаться по сюжету, поэтому пока что повременит. Да и все равно, не волнуйтесь, мы полностью узнаем все, что находится на этом острове, так что так или иначе мы там побываем. Кто? Красавец-мужчина. Сам такой. Так, нам нужно двигаться довольно близко. Это тут находится, насколько я знаю. Помните, мы тут в одной серии очнулись, когда вкалывали вот на этом вот камне зверя. И теперь мы двигаемся вот сюда. Как же нам туда попасть? Это, в принципе, нужно идти как-то вот так, вот в горы. Как у тебя со скрытностью-то? Ты прятаться умеешь? Не умеешь. Будут с тобой проблемы. Но это будет весело. Я назову тебя... как бы тебя назвать-то? Давай назовем тебя Дормидонт. Прикольно. Доша будешь. Хорошо. Пойдем, Доша. Нам с тобой будет не скучно, верно? Так, вот тут мы строили. И в итоге надсмотрщик погиб. На улице ночь. Все хорошо. Интересно, что же это все-таки такое? Пока что я заметил, что они работают как порталы какие-то. Блин, вообще вот этот Solstheim, то, как он тут сделан, это... Прямо вот поаплодировать хочется. Одно время на узнаваемый Morrowind, но при этом совершенно другое что-то. Насколько я знаю, в Солстейме мы ходили в дополнение Blood Moon к Morrowind. Но, честно говоря, я в него не играл. Но, тем не менее, я играл в Morrowind, и поэтому в состоянии узнать многие интересные детали. Ты посмотри, сколько тут дохлых драконов, кстати говоря. Я прошел мимо одного, подумал, это часть рельефа, но сейчас... Понимаю, что разработчики, скорее всего, хотели, чтобы мы обратили на это внимание. Так, очередной зомби. Ну, не зомби, а человек с промытыми мозгами. То есть, вы понимаете, да, это же... Это души драконов. Если здесь действительно есть какой-то другой Довокин, возможно, это следы его деятельности. Пробираемся аккуратно. Работы идут полным ходом. И есть подозрение, что здесь есть товарищи, которые будут нам не рады. Это так, Кэп. Ты за мной, Даш? Пожалуй, сегодня... А у нас так, в принципе, оружие ближнего боя стоит. Ребята, вас припахали. Что-то как-то жутковато это все. Просто представить так, если... Аккуратно. Что там говорят? Пожалуйста, слышишь меня? О, Фрея. Ты похожа на муженька своего? Она не может достучаться до своих, да? Ну, вроде враждебных тут нет. Oslav, please! We must leave this place!
Ой, какой брутальный. А, вы знаете, вот помните, у нас деревня пустая была? Похоже, они все сюда ушли работать. Кто ты? Я Фрея из Скал. Я здесь, чтобы спасти моих людей. Or avenge them. Спасти от чего? I am unsure. Something has taken control of most of the people of Solstheim. It makes them forget themselves and work on these horrible creations that corrupt the stones, the very land itself. My father, Storn, our shaman, says Mirak has returned to Solstheim, but that is impossible. Этот Мирак пытался меня убить. Then you and I both have reason to see what lies beneath us. Let us go. There is nothing more I can do here. The tree stone and my friends are beyond my help for now. We need to find a way into the temple below. О-о-о. Что за звуки? Такое ощущение, что что-то где-то открылось. Что тебе известно о Мираке? His story is as old as Solstheim itself. He served the dragons before their fall from power, as most did, a priest in their order. But unlike most, he turned against them. He made his own path, and his actions cost him dearly. The stories say he sought to claim Solstheim for himself. Поговорили, называется. Дож, что ты не защищаешь ты меня, ну? Фрея, есть ощущение, что ты сейчас напросишься. Нужно выручать. Клинок разрядился. Вот и поговорили, называется. Фрея, постой, я за тобой. Ну! Ну что за баба? Дош, идешь? Хороший помощник. Бегает такой зайца. Моя твоя убивать. Спокойно, мы еще попьем сегодня крови. Фрея, ты о чем вообще думаешь, ну? The evil in this place must be rooted out. Расскажи мне о своем народе, Скалах, пока тут спокойно более-менее. We have lived on Solstheim for many generations. Our people are tied to the land itself. We try to serve the Allmaker, to live in balance with nature, instead of exploiting it, as others would. Ты здесь по своей собственной воле? There are few of us left unaffected by this curse. My father, Storn, the shaman, protects them in the village. I fashioned an amulet to guard me against whatever has taken hold of the skull. Все понятно. But it is the only one of its kind. If I cannot find a way to save them, there is no hope for our people. Ну хорошо, давай продвигаться. Я с тобой согласен. Но у тебя со скрытностью, я так понимаю, не очень, да? Пожалуй, я все-таки воспользуюсь своим луком. Нужно вообще подзарядить все. Так. Как это делается? Я уже забыл. Бритва, как обычно, не разряжается. Клинок горя в плачевном состоянии. Так. Ну, с помощью обычного зарядим. Потом. А тебя с помощью большого камня души. Хорошо, вот это будет полезно. Так, ну что, ты тоже держись в тени. Братишка мелкий. Пойдем. Are you ready to help me now? We should not delay. Идем за мной. Так, сохранимся, пожалуйста. Сохраняшечка. We should check these rooms for supplies before heading further into the temple. Ты как слон в посудной лавке. Ну и что нашла? О, золото. Круто. Знаете, что это напоминает? Напоминает строение седобородых. Подожди, куда ты бежишь? Ты же сейчас нарвешься, ну? Льняная ткань. Народ просто погиб. Похоже, как сидели, так на них напали и всех порубали. Или что это могло произойти? Как они могли погибнуть прямо во время обеда? Фрея, ты где?
Ох уж эта девчонка. Фрея? Фрея, постой. Сиди, отдыхай, да. А мы осмотримся. Доша, тихо. Дермидон шумный. Я буду очень горевать, если его убьют. О, это печально. Какой кошмар. Бедные люди. Дермидонт, это нельзя есть. Пойдем. Так, спокойно. Это что такое? Ловушек вроде не видать. Хорошо, это нам пригодится. Использовать. Пусть теперь еще так маленько прищучит их. Ух ты, прикольно. Жаль, тяжелая броня, она для всяких консервных банок. Мы действуем более искусно. Спрячься. Есть подозрение, что это секретный проход, но не факт. Тихо. Это явно не друг. Бей, Фрея, бей! Доша, держись! Ловушки, Фрея, ну... Ты как, в порядке? Братюня, держись. Так, нажимная панель. Аккуратно все, не нажимайте. Доша умен. Дермидонт, ты молодец. Так, большой камень душ. Золото. Язык дракона. Ты посмотри, какая красивая вещь. А, это не вещь, это же... Ух ты, давайте сидим. Деяние культиста. Прикольный маскивник, да? Просто отличный. В чем бы и нет, на самом деле. Так, это вообще выкинуть надо. Так. Это выкинуть кедрение фени. Это, блин, пусть лежит, неплохая вещь. Выкинуть. Амулет Мары нам пока не сильно нужен. Дермидонт, ну что ж ты делаешь, ну? Добивай. Молодца. Молодец какой. Ты посмотри. Знаете, что я думаю? А как к нему отнесутся в Рейвенроке? Это же может быть печально. Неплохая штука. Но да, я ее не возьму. Так, хорошо. Перчатки сюда не сильно подходят. Ну, хоть какую-то защиту-то тут. Ну да ладно, пойдет. Аккуратно, Дермидонт. Не раскидывай свое. Короче, драугры здесь. Надо быть осторожным, потому что... Душ, наверное. Пока что вроде спокойно. Тихо дыши. Так, это что такое? Интересно.
Вот еще одна наживная пластина. И тут еще одна. Дож, аккуратно. Молодца. Так. Тихо, не шуми. Он там уже рвется в бой. Я чувствую, огребет сейчас наш напарник. И станем мы опять Форевой, Луна. Потому что Фрею я не воспринимаю за свою. Слишком она какая-то идейная. I do not wish to imagine the kinds of things that happened in this chamber. Who are the poor souls trapped in these cages? What tortures did they suffer at Mirak's hands? Was it in service to the dragons, or for his own purposes? Скоро узнаем, Фрея. Look up there. I think I see something. Что же ты видишь? Спокойно, тут могут быть враги. I have no doubt you can find a way up. You never know. You may find something of value up there. Посмотрим, Фрея. We can proceed when you are ready. Хорошо, пойдем. Отлично. Мне майка, конечно, вообще не нужна, но мало ли. Что-то там наверху и правда есть. Бедные люди, что же тут творилось-то вообще такое? Тихо. Давай. Я, кстати, не дойдешь. Не дойдешь. Ой, прости, родной. Там их еще много, да? Блин, ушло все. Тихо. Доша. Блин, что ж остановился? Не смейте стрелять в Дошу! Хорош. О-о-о-о! Ты живой? Блин, держись. Фу, я что-то перепугался. Блин, братюнь, ты аккуратней, ну. Я уже успел привязаться к нему. Иванитовая секира. Подлечись пока, постой тут, ну. Не лезь ты в бой. Коготь ворожей. Ох, какая пакость. Давайте попробуем погрызть его. Сопротивление магии. Ух ты. Так, хорош. Не такие уж и сильные они. Если бы я был один, конечно, мне было бы проще с ними справляться, потому что я бы тупо их и скрытностью убивал, а тут постоянно начинается мяснина. Но, в принципе, и так нормально. Так, мне нужно попасть наверх. Что для этого сделать? Ты лечись пока, лечись, отдыхай, братюня. Так, и как же я попадаю наверх-то? Я попадаю вниз, а наверх... А что если... Подвинься, Фрея. Что если куда-то... Нет, навряд ли, не могу в это поверить. Все так, вот так. Так. А теперь стремительный рывок. Хотя, скорее всего, не поможет. Так, ну-ка.
Да навряд ли долечу, честно говоря. Тем более сползаю постоянно. Да. Ладно, видимо, не так. Да, всем вообще без разницы, твой народ. Подожди, а может там все-таки как-то? Ну там же вроде не пройдешь. Я сейчас просто так понимаю, что я вниз ухожу и больше не попадаю сюда. Хотя, скорее всего, там снизу есть разгадка. Что-нибудь опустится, и мы поэтому поднимемся. Вполне может быть. Ну, как-то вот так. Вполне возможно, что не так думали разработчики. Но мы сделали как-то вот так. Что у нас тут есть? Золото, изумруд. Ну, давайте возьмем. Люблю блестяшки. Орочий лук неплохой. Да и все. Стоило оно того? Не могу сказать. Больше ничего точно? Судя по всему, нет. Представляете, тут кто-то сидел и смотрел на то, как мучают этих людей. Да, я показывал там пальцы вверх-вниз. Дармидонт, не психуй, сейчас я спущусь. Хозяин рядом. Да, вот он и я. Все, пойдемте вниз, я не вижу там наверху чего-то хорошего. Неплохая компашка у нас образовалась, да? Даже Фрей уже не так раздражает. Хотя, по большей части, от нее больше проблем, я думаю, будет. Потому что со скрытностью у нее, насколько я заметил, все не очень хорошо. Да. Ух ты, неплохо. Ну что, вперед. Сохраниться бы не мешало, конечно. Давайте это сделаем. Чё-то это неспокойно как-то. Ну-ка. Драугры. Ненавижу драугров. Хотя, в принципе, драугры никогда особой проблем не доставляли. Но, с другой стороны, если вспомнить первую встречу с военачальником, это было да. Как там назывались эти руины? Вольфскигги, что ли? Вот там Драугр, конечно, дал нам угля. Так, это что за тропинка такая? Притворюшек не вижу, хотя он там вроде один лежит. Спокойно все. Хороший выстрел. Стрела, к сожалению, застряла. Вытащить не получилось. Хорошо. Однако. Не идите за мной, пойдите в обход. Вы тут застрянете. Притворюшка еще один. Никак не привыкну к этой системе стрельбы. После Обливиона. А ты успокойся, но... О, ребята. Железные стрелы не лучший выбор, но... Но пойдет.
Молодца. Видите, всего одна неудача в выстреле. Каким проблемам приводит временами. Так, стрелы надо переключить железных на какие-нибудь более полезные, потому что железные это по сути мусор, оставленный чисто на крайний случай. Ну, стеклянных, конечно, не хотелось бы тратить. Копьем может пострелять. Это прикольно. Они, конечно, летают примерно как кирпич, но с другой стороны, долбят неплохо. Что это? Куда это мы идем? Вроде спокойно. Так. Дармидонт. Не лезь вперед. Притворяется, нет? Притворяется. Как вошло. Норды. Крепкие ребята. Даже после смерти. Так, ловушка. Ловушку, судя по всему, придется активировать, чтобы мои не нарвались. Да, не привык я действовать в команде, как вы знаете. Это может плохо кончиться для моих сопартийцев. Пустой, к сожалению. Ну, возьмем. Так, сохраняшечка. Ну, вот это по-любому нарвется же, ну. Тихо. Идет проверка. Да офигели там, что ли? Доша, помогай. Ну. Аккуратно. Блин, откуда прилетело? Спокойно. Фу. Довольно много их тут. Не люблю такие скопления. Хорошо, стрелы. Нордские, кстати, вполне себе пойдут стрелы. Мне нравится. Слышу, слышу, за стеной кто-то ходит. Пока что все более-менее здоровы, поэтому давайте сохранимся. Отлично, сундуки мы любим. Крепкость для лечения тоже, кожаные наручи не особо. Притворяться никто не желает. Вроде бы спокойно. А кто же у нас тут так дышит? Тяжело. Улетел. Фрей уже там ринулась. Так, все, спокойно. Зачищено. Главное обезопасить тылы. Все. Так, это уже что-то совсем интересное идет. Спокойно, каким образом это произошло?
О, ребята. I'm not going down there. It would be foolish to attempt it. You have a much better chance than I to make it through these traps. I have no doubt that lever turns these blades off. I shall wait here for now. Жди здесь. Понимаете, да, что они тут не особо хорошо справятся? Так, сохранимся. А, блин. Интересно, что же нас ждет там за этим? Раз. Пошел. Пошел. Хорошо. Отлично. Ца. Вот отлично. Так. Что это такое? А, мне показалось, это части тела. Надо меньше в хорроры играть. Так, ты уже идешь, да? Took great pains to make it difficult to reach him, it seems. Let us hope that is the last of these traps. Я тоже на это надеюсь. Так, Дермидонт, нам пора в путь. Ну что, давайте на этом закончим. А в следующей серии посмотрим, что нас ждет дальше в этом подземелье. Могу сказать, что образовалась интересная компания такая. Мне нравится то, что теперь мы ходим не одни. По сути, для разнообразия самое то. Дермидонт, твой у нас еще тот, как видите, прикрывает вполне себе неплохо. Довольно сильно бьет. Мне кажется, в этом подземелье мы будем ходить еще долго, так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.